Добрый день, дорогие подписчики, с вами Америка глазами других. Много задают вопросов, на которые есть желание ответить. Один из них, много людей спрашивают, чем вы здесь занимаетесь в Америке. Ну, занимаемся мы тем, практически всем тем же, чем и в другом месте, в другой любой стране, где бы, допустим, я, например, не был, где бы мы не были. Одно из занятий — это продажи, покупки, продажи, практически много, что можно купить, продать здесь. Также можно заниматься практически всем, чем, на что только мозг позволяет. Ну вот, к примеру, одна из вещей, хочу вот именно вот это видео, получил вот такую посылку. Посылка пришла из Китая. Это бесплатные образцы. Сейчас вам покажу на телевизоре. Вот этот сайт, с которого можно заказывать. Создаете, значит, бизнес, кое-какие доказательства того, что вы чем-то тут занимаетесь. И заходите на этот сайт. Здесь можно много чего что заказать. Ну вот, допустим, обувь разная у них есть. Можно заказать экземпляр. В основном они могут попросить оплатить пересылку, но вот то, что я вам покажу, пришло без оплаты. Значит, украшения разные, вот ручной работы, вот с правой стороны целая куча. Дальше косметика, набор вот такой, либо можно оптом у них покупать за 62 цента. Значит, будет в наборе около сколько из 12 помад. Все это можешь 62 цента купить. Дальше что у нас еще можно здесь купить? Вот MP3 плееры. Ну, это просто примерно я раскрыл быстро. Там очень много что и машины, аппаратуры есть, и что только нету, запчасти. Вот такие вот запчасти. Вот этот сайт вообще samples много придает. Нажимаешь request sample и заполняешь форму. Не буду форму эту открывать. Вот, к примеру, мне нужен тейп. Хочу попробовать их, тейп все отваливается. Вот мне нравится попробовать их. Сделаю заказ, они мне ее пришлют. Возможно, я захочу оплатить ордер или не хочу оплачивать ордер. Вот у меня здесь стоят в коробочке вещи MP3. Плеера. Значит, Bluetooth devices, сканеры. Все это для машины. OBD сканеры. Все это будет... значит, заказываться. Итак, покажу вам, что пришло. Вот пришла, значит, коробка. Сейчас мы ее раскроем. Я даже не знаю, что мне прислали. Как только начинаешь заполнять бизнес, шлют подряд все, что не лень. Ну, естественно, они ищут не поставщика, а реализацию в Соединенных Штатах. Вот, допустим, в России можно реализовать какой-то товар. Поэтому... многие и, конечно же, в России этим занимаются. Кто, естественно, это знает. Есть сайты разные, но вот я начинал, помню, с одного из самых огромных сайтов. Это Global Sources назывался. Ресурсы глобальные. И... потом появились Boatau, AliExpress, Alibaba, но это все не тот. Made in China — это огромные суплайеры. Поэтому интересно работать большими корпорациями. Вот компания прислала образцы, значит, прислала свой каталог, визиточку. Просто прелестно. Целый каталог такой распечатанный. Очень много с него товара. Если что-то понравится, естественно, будут еще присылать. Итак, это у нас, значит, разнообразные варианты пружин и всяких аксессуар для теплицы. Я с этим еще не разбирался, но очень много чего интересного. Вот
Так вот они их связывают, эти теплицы, когда, видать, замечательно, как смотрите. Я все думал, как теплицы держатся. Оказывается, вот такие клипсы продают. Так, ну, для простого смертного, конечно, металлолом считается. Ну, а для человека, который в области теплиц работает, это очень даже неплохое дело. Так, вот такая вот пришла посылочка с такими вот прибамбасами. Даже не знаю, кому интересно, не интересно, но я вам на интернете показал, какие вещи присылать могут без всяких проблем. Так вот просто можно наладить свой бизнес в Америке. Сайт я в ссылочке напишу, что еще присылали мне бесплатно. Сейчас скажу, еще одна посылка положу. Вот это еще одну посылку я получил. Такая вот компания. Качество очень хорошее. Это у нас, значит, здесь. Мы одно откроем. Здесь находятся автоматические открывашки для окон. Американские называются Windows Openers. Вот. Такая вот лента липкая для чего-то. И вот такой вот товарчик. Раньше, я помню, заказывал телефоны, много чего, но вот сейчас занимаюсь такими вот вещами, которые мало кто увлекается, но они тоже имеют ценность в индустрии, поэтому сейчас открою вам, покажу. По-моему, даже на русском где-то написано. Вот такой механизм, который открывает автоматически окна и двери. Он работает от нагрева. Так, немецкий, английский. Да, а вот есть русский, посмотри, на русском написано. Регулировка температуры. Гарантия. Техническое максимальное раскрытие фрамуги. Вот такие вот дела. Ну, в принципе, то, чем я хотел поделиться, не именно вот этой посылкой, которую я получил. Итак, всех благодарю за просмотр. Если кому-то что-то еще интересно, пишите, с удовольствием сниму видео и расскажу то, что вам интересно. Спасибо за просмотр.